Новый детский игровой комплекс через некоторое время появится в Десногорске. Площадка будет расположена ближе к окраине города, тем самым расширив привычную географию расположения игровых городков. За последние два года в Десногорске появились 4 новых детских игровых площадки. Более 10 отреставрировано из установленных ранее. Но аналогов в таком масштабе тому, что уже строится во втором микрорайоне, в городе до этого не было. Здесь появится канатный игровой комплекс. А именно архитектурные формы необычного формата, направленные, ну, в первую очередь, на развитие ловкости, быстроты, мышления. Спрос на подобные конструкции в городе есть. Это подтвердил проведенный в сентябре соцопрос, в ходе которого свое «за» высказали 87% проголосовавших. Работы по возведению комплекса начались месяцем позже. Сейчас происходит монтаж игрового оборудования. Игровое оборудование закуплено полностью. Резиновое покрытие мы будем устанавливать уже в 2021 году, когда уже будет тепло, будет положительная температура, потому что сейчас его ставить нельзя. Канатный игровой комплекс рассчитан на пользователей от 5 лет. Но конструкции особенно будут рады дети постарше. Специально для них элементы будут массивными, прочными и безопасными. Поэтому повышенное внимание со стороны детей им будет нипочем. Кроме того, на площадке предусмотрены места отдыха. Установлены довольно-таки комфортные скамейки. Поэтому для того, чтобы смотреть за ребенком, в принципе, здесь для этого есть все. Строительство происходит при финансовой поддержке фонда АТР АЭС. Сдача объекта планируется в первой половине следующего года. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.